А ну-ка, можно понюхать? Ты знаешь, шафран это лепестки трех пачек. Да. И это очень вкусно, но надо тоже аккуратно. Да, потому что она очень сильная. Он красный. Он не оранжевый. А он бы тебя дал оранжевый. Вот. Хорошо. Сейчас мы будем поставить два человека, занимается он. Я хочу посмотреть, как он начинает. Хорошо? Да, мы его всегда начинаем. Щепотка. Так. Все. У нас здесь очень хорошо. И будем чуть-чуть. Да. Да. Как у нас здесь? Молодец, Костя. Развезут очень хорошо. Нет, как у тебя суп? Сейчас, второй.